Ну, кстати, такое, знаешь, за имперцев нормально голосуют у нас, но и также за ВП нормально голосуют. Но пока что все равно за вертопробольшую этой карте. Так, там у нас Джеймс. Выходит пока Шмидт, Терекинес пошел, но Ван подставляется, вешает на себя Грипифай, бласты полетели, но Ван, Лайф Дрейн нажимает сейчас, ну, Нэч, бласты, и больно Вайтлису, Вайтлиса у нас забирает. Минус Вайтлис, сделали килл, 1-2, 1-2. Так, выход на Джеймса, Джеймс Бласт получает у нас. Джеймс и Лайф Дрейн пошел, забирает у нас Джеймса. У некоторых ники по-английскому, возможно, неправильно прочитаем. Тут выход на Нумана, получает он Вайпер Страйк. Сейчас Нуман неприятно, Нуман больно Нуну, его можно будет забрать. В итоге Лайф Дрейн хилится, но не хватает ему. Это гавкает, пацаны. Курс красоты у нас вообще-то, возможно, не знал. У нас, если что, выиграл конкурс красоты Нурбалат. А тут у нас... Ой, тычка! Тычка! Живет, представляешь? Умирает у нас в итоге Заяц. Нападает на Нувана. Нуван Лайф Дрейн. Выкачивает хп из Энчантрас, но... Нуван на себя вешает Декрипифай. Ты посмотри, быкует 1 на 3 героев. Что за наглость? Нуныч. Ага, он подходит сюда LCV. Вот оно, что Михайлович. LCV побежал у нас на Джеймса. Лайф Дрейн под Декрипифаем. Больно Джеймсу, но он пока что живет. Фейболт, но LCV все-таки убирает. Пока что живет Нуван. Декрипифай есть. Лайф Дрейн снова полетел. И Вайтлис пытается пробить у нас. Вайтлис неприятно. Там где-то мины у нас взрываются. Но убивает у нас мастер, который разбегал сюда. Мастер убивает. Разрешит забирать также у нас Вайтлис. Минус 2 делает. И можно побивать еще будет Энчантрес. Минус 3. Команда Верспро. Хорош. Хорош. Как бы на месте не стоит с некрачами. Это значит, что спектра хорошая. Который покупает себе некрачи. Так, там у нас пошли, нападают, слэм данк, у нас Майлик Найта, и его срезают. Где у нас так, а тут Алексей взлетает на Арктик Бёрни, полетел Соуч, у нас летает. Сейчас, ну, его не убивает Джеймс, бласт, и Джеймс забирает у нас. Подходит Володя, тупо, или не ворвутся. Сова уже уровень действия Алексея. Так, врывается Резолюшн, не очень успешно, но забирает Джеймс очень быстро. Уайтлис поставлена была на него курса сейчас, и Резолюшн агро пока что не имеется. Но так вот гасить его. До свидания. ВП жестко душит. Пока что очень жестко. Да, ВП, похоже, реально разозлились у нас. ВП завелись после неудачного старта. Мне кажется, их сильно просто замотивировали хейтом очень сильно. Минус 3 делает команда ВП и побежали дальше. Пока что вообще не чувствую соперника. ВП, ну, выглядят на голову выше они на этой карте. Да. Так, ну, у нас забирают Ультра Kill Resolution. Реально Resolution просто, не Resolution. Всех развалит, бегает. Хорош, хорош. Ну и мастер здесь у нас. Срубает мины, пытается с ним бороться, с этим зайцем здесь, а там в миду нападает на Вайтлис. Вайпер Страйк кидает по иллюзии, ставится шикарно, пока что курса, нужна какая-то поддержка, Резолюшн говорит хорошо, взрывает, слэм данк, заряжает Резолюшн у нас, дальше побежал, на спектру нападает у нас, прожимается БМ сейчас, Cold Embrace вешается, GG ВП, ПП ЦЗ, пишет заяц у нас. 17 минут, пацаны, это что-то слишком быстро было, как-то слишком уверенно. АПП. Так, что у нас по рангам? По рангам у нас больше голосов... по голосам. Больше голоса за команду Virtus.pro. Называется так, и сейчас будет он пуржить Джеймса. Хотя Джеймс, ну, сейчас сам Соу чат отпуржит. На самом деле, Ару полетела, Соу задоджил. И теперь Алексей может биться на мужика. Пурж будет только через 7 секунд. Только Вов и Рефар нажимает Соу. Джеймс также нажимает на лип. Маны нету, есть. Все. Живет, хотя если сейчас пурж будет, маны-то не будет. Маны не будет, Джеймс. Шляпу целует Джеймс. Сейчас его заберу, здесь просто Соу. Хорош, Соу делает ФБ у нас. Разбирает Джеймса. Ну и немножко, мне кажется, сейчас ошибся. Очень сильно ошибся Джеймс. У нас тут чины. Кстати, мастеры могут сейчас забрать. Мастеры забирает Соло. Джеймс что-то липался. Зачем кто-то липался? Я не помню, зачем. Врывается он на LCV. LCV еще один лип забирает. Джеймс хорошо разменялся. Но теперь у него нету липов. И Соло. А Соло без импетусов. Но, возможно, он с него добьет. А добьет его Соло. Сейчас будет клинс при Соло, если правильно все понимаю. Еще тычку. Тычку целую. Леха. Нет, не получается. Не получается. Грим очень неприятно. Ну и кто-то битву выиграет у нас сейчас. Битву этих титанов, друг, саппортов. Там, кстати, красный какой-то микрофос у нас в миду. Он осторожно нужно быть. Ну а тут заяц убьет сейчас. Да, он убьет. Там что Грин строго надеялся, конечно, сражался. 1x1. Я не понял против Мирески. Не пошло.
Не получилось. И Вайтлис нажимает у нас пока что ультимейт. Так. Так, Стам получает у нас. Ну, Ару полетела от крипа. Плюс 70 получает у нас себе Джеймс. Вайтлис пытается убить. Но Ванка сам он не хватает или хватает? Но не достает. Нуван, тапочек для собаков. Нуван говорит, у нас хотя бы замедляет вроде Вайтлиса. У нас интересно, догонит ли он его. Да, догонит. Коса, бабах. Ну и Джеймс тоже можно, кстати, прохарасить. Джеймс сюда липается, резолюшн подтягивается без лассо еще. Ну и потер один. Можно выпойти, но не так... Да, народа. Так, мастерия. Мастер у нас поставляется. А он, что он это... Он, знаешь, уже все... Это... Безыдейно умирал здесь и забирает еще грим. Что вообще Империя делает? Тут как бы знаешь, будто не ВП выигрывает, а Империя проигрывает. Один тут, ну, не собирается спасаться. Ладно, приходит у нас сейчас сюда поддержка к Совучу. Вернется обратно на LCV. Ару полетела в СОВ. Попадает Алексей Арос. Там есть. А тут LCV. Приветики, но СОВа забирают. Минус СОВа Джеймс. Что по липам, либо у него есть, если что, один. Ремнант LCV есть. Дальше Ремнант. И сейчас лопин. Где вот у нас на LCV превосходство. Начинает стрики набивать. Вован. Вот Вован не хорошо, кстати, был бы. Мастер подставляется. Косы нету, но его допилят. Его допилят просто-напросто и все. Курас уже убирает. Пять раз умирает мастер, что-то слишком много, кстати говоря. Ару залетает зайца, заяц находится под контролем, но Ван Гошраута у него, видимо, нету Гошраута, но Ван взрывается, минус Нуван, у вас увешивается на кого? Пошло у вас сон на Вайтлис, Вайтлис красный очень под Файрфлайм находится, LCV остается без маны, к сожалению, XO вешается, фисты у него в КД, в итоге задолжил LCV, потому что по хаста у него имеется, Вайтлиса можно убить, Вайтлис забирает, очень долгая драка продолжается, у нас LCV пошел на Гримыча, но не забирает, там он разгоняет Смальник Найт Соуч, нападает на Алексея, Сова, ай, Сова убегает отсюда. Так, ну что, забегает Джеймс, Мануайте, вот у меня же мои чины, отправляется Ремнант, отсюда пока что здесь слишком много команды, игроков команды Империи, полетела Ару, Некрофос попадает, хорошо, надо бы Зайца с Террорайзом, но, ну, Вана не убили, Гушраут, стики нажимает, коса полетела на развороте, не получается Гримыча убить, в итоге два плотных героя, которых нужно было бы косу не дать, ее не будет просто-напросто и все, Резолюшн залетает у нас, нужно дать кого-нибудь уже срочно, что никого не дать, вот Вайтлис Лассо полетела, Вайтлис Лассо, Ару полетела, никого не попадает, Вайтлиса у нас почти забирает его, да, получается убить трех героев команды ВП, и Смайлинг Найт под Инсвеллом побежал на Резолюшн, Резолюшн не забирает, но опять же переживает весь этот замес у нас Смайлинг Найт, вот сейчас бы косо на Увана дать, было бы круто. Подставили Сова. Ай, хотя, да. Даже не возбинай бы, по идее. Хотя, слушай, хилится, Ару полетит опять. Бедный Совач, там Гримыч умирает у нас. Гримыч умирает, да, Иксо вешается с маленьким на красным, но он на армле там может поиграться, если что. Здорово, Алексей говорит. Ну и сейчас будет пытаться вышку дефать, кстати говоря. Да, нужно тир-1 будет сейчас постараться дефать. Так, шоковок, коса, там у нас врыв пошел на Вайтлис. Вайтлис забирает Нуван вместе с Зайцем. Тут Смайлинг Найт под Иксвеллом, под Рейджом пытается убить LCV. LCV, Рор еще в него, спасти LCV, нужно постараться, LCV умирает, все-таки пошел лассо, но уже поздно. Вот в таверне размен 2 в 1 все равно. Джеймс залазит с него на Икс, убегает сюда. В итоге Смайлинг Найт и все остальные. В итоге 2 в 1 подрались пацаны. Резолюшн на Firefly. У нас залетает. Мастер его видео сейчас. Есть бочка. Ну и сейчас кто-то запинает. По идее, хотя где-то до конца гейминга очканул. Заяц! Вот это заяц сейчас зарядил у нас плюху. Сочную очень. Там у нас нашли еще, кстати, Найкса. LCV полетел. LCV хочет. Очень хочет. LCV еще один ремнант. И чины нужно давать. Разворачивается. Получает стан. Ару полетела. Ару принимает себя Нуван. Нуван не очень страшно. Он впитает. Красный Смайлинг Найт. В итоге он вроде бы живет. Играется Арнет. Там выживает пока что. Дальше Резолюшн взлетает. Полетел плюшки. Смайлинг Найт выживает. Все равно забирает у нас Вайтлис. Забирает у нас Гримыча. Это минус 2. Но от команды ВП агрессивно, конечно, не действует. Точно здесь. Ничего не агрессивно. Бодрились. И в новой команде не сыграют в игроке. Ладно, у нас прыг. Ой, хорошо. И коса. Очень легко получается. На X очень легко на X получается убить. Это настолько было просто, и кажется, будто бы это убийство и не такое важное. Курьер
Ладно, минус Гримстрок. Дальше фисты полетели, чины полетели. Смайлик Найт подставляется. Смайлик Найт, рейдж нажимается от него. Страшно очень. Там что? А там у нас подставляется и умирает Уайт. Эстрор на развороте пролетел. Сейчас Аро есть бухту и забирает у нас вилку. Минус вилка, заяц пролетает в таверну. Дальше Резолюшн летает на Firefly. Мастере может постараться пробить. А вот Уцелить фисты забирает Мастере. Дальше пошли уже под фонтан душить просто-напросто и все. Но вылупляет Смайлик Найт обратно. Резолюшн под рывами очень быстро. Мобильный форстафает его вперед. Кто-то это был Нован. И Лассо вешается. Ну и Касав КД еще, к сожалению. Поэтому уже Резолюшн будет осторожнее. Бочка полетела, но Смайлик Найт у нас забирает. GG. 2 по 17. Даже не по 20. 2 по 17 у нас получается.